Так, пацаки, я залетал и тут смотрю большое скопление людей и выкупаю, что через 9 минут слетит вот этот вот дом в гетто. Как вы сейчас можете видеть, гетто поделено вообще как-то по-своему. Я вот так вот, пока... Я пока летел вот с той стороны, вот с вон той вот, я выкупаю, куда люди так несутся быстро, вот, ну, блядь, вот сюда. За одним проследил и выкупил, блядь, тут, сука, ловят домик. Мне кажется, сразу можно будет того, кто словит дом, и проверить. Потому что вы знаете, как некоторые люди любят ловить дома. Хочу вам порекомендовать топовый сервер в МТА, который открылся буквально на днях с онлайном в 1000 игроков. На данный момент на сервере почти 800 игроков. Проект от известного ютубера Ковалевского, есть много классных систем и не только. Кому интересно, ссылочку я оставлю в описании. Мне интересно, всегда какие-то были лишь приколы на ловле домов. Вот скутер нахуй тут не нужен. Вот этот вот тут лежит, меня тогда смущает этот кентафарик. Бля, тут страсти накаляются страшно. Где-то тут еще все подтягивается. Вот все, тоже хочет домик себе, блядь. Да, тут людей очень много сейчас собралось. Я уверен, еще ближе к слету еще подтянутся человек, сука, 10 по-любому. Да, ну вы ж, пацаки, ну не забывайте. Я слежу. Сейчас даже напишем, чтобы они выкупали. Я слежу. Ой-ой-ой, этот... Вот этот, мне кажется, персонаж, Ураган Баррет, именно очень хочет домик, сука. А потушить, сука, не свой, блядь, вертолет, нахуй. Ну вот как лопасти не крутятся, он, сука, звук не издает еще. Номер дома 24, класс 1. Первый класс дома. Админ, да, да, пацаки, тут админ. Тут админ, сука, следит за всеми вашими, сука, телодвижениями. Ой-ой-ой-ой, выкупайте! Да ты шо? Ой-ой-ой-ой-ой, как это было подло сделано. Все, дом никто, мне кажется, уже тут не ловит. Это было сделано очень по-пидорски на самом деле. Ебать, и я даже не выкупаю, кто это сделал. Я тупо не выкупил, кто это сделал. Пиздец. Да, вот такая хуйня, пацаки, происходит на слете. Ебать, вы же купаете. Люди горят, ебать. Мне кажется, это тот кент, чей был вертолет. Твой вертыч? Ты, сука, приколист, ебать. Мне кажется, это твой был вертыч, ебать. Плюс. И зачем? Ну, я не пускал. Заебись, вы следите, блядь. А как? Ну, хорошо, вот я следил, ебать. Это читеры, сука. Ну, нахуй ты его там тогда оставил, блядь. 2 минуты, пацаны. Тут уже, блядь, ебать. Те, кто сейчас не успеют, ебать, приехать, мне кажется, очко у них будет гореть страшно. Ой-ой-ой, уже, ебать, подтягиваются сюда. И лидеры, и хуидеры, блядь, все сюда подтягиваются. Ну, давайте. Минута, пацаки, минута. Смотрим, владелец еще все тот же. Все, сейчас они начинают разминать свои пальчики. Блядь, если сейчас за секунд 20 до слета взрывается какая-то хуйня, это пиздец. Я буду орать страшно, нахуй. Итак, пацаки, остаются 20 секунд последние. Вот сейчас сердце начинает биться чаще. Ебать, пальцы начинают разминаться. Все уже все, ебать, так настроены, что все, пизда, сука. Владелец дома у нас. Владелец дома. Subaru Dream. Сразу. ID Subaru. Так, 806. Привет. Ты словил дом. Просто напишем, фрапс есть. По-любому, ну, при ловле домов, да. Хочу посмотреть. Дискорд свой. Ну, мне кажется, он нормально поймал, типа. Ну шо, набираем. Алло. Алло, привет. Шо, фрапсик же есть? Есть. Ну, давай, показывай. Давай. Фу, молодец. Нормальный хуй, нормальный. Как будет происходить у вас продажа домика? О, у тебя еще вот эта темочка, да, есть под чатом? Какая? Нажми F6. Где-то? Да, капслок, налог, язык. Ну, нормально, нормально. Сколько он тебе дает за домик? 600. Нормально, ты бабок поимел. Это жестко, все, ты красавчик, да, ты этот дом. Ты только что именно на пустом месте поимел, нормально, бабок. Ну, молодец, красавчик. Что, играешь честно? Угу. Все тогда. Все, красивенько, давай. Давай.